Здравствуйте, мы продолжаем разбирать тему артикли и продолжаем вместе делать упражнения. Итак, исправьте ошибки. Jane is a painter. То есть здесь есть ошибка. Здесь нужно использовать неопределенный артикль. Мы говорили, что перед профессиями мы используем неопределенный артикль, но здесь должен быть артикль A. Не артикль N, а артикль A. Потому что painter начинается с согласного звука P. Jane is a painter. Следующее. I've got a uniform. И здесь такая же ситуация. Uniform начинается со звука E. E это согласный звук, поэтому здесь должно быть... Должна быть замена произведена вместо артикля. N должен быть артикль A. I've got a uniform. Uniform – это форма. Painter – это художник. Helen isn't at home. Здесь неправильно употреблен артикль, потому что есть устойчивое сочетание со словом. Словосочетание со словом home. И мы его используем без артикля. At home. Helen не дома. Helen isn't at home. The pyramids are in the Egypt. Здесь артикль употреблен неправильно, потому что перед названиями стран в большинстве случаев мы не используем артикли. И должно это звучать так. Пирамиды находятся в Египте. The pyramids. Здесь правильно артикль поставлен, потому что пирамиды – это нечто уникальное. Are in Egypt. It is an hourglass. It is an hourglass. Что здесь неверно? Hourglass – это песочные часы. И начинаются они со звука hour, то есть гласного звука. Поэтому нам здесь нужно поставить артикль and. It is an hourglass. The mark is a student. Нельзя ставить артикли перед именами собственными. Должно звучать так. Mark – студент. Mark is a student. I've got a milk. Мы не можем сказать с артиклем a, потому что молоко – это неисчисляемое. Мы можем сказать I've got some milk. У меня есть некоторое количество молока. Вспоминаем еще раз, что артикль A – это только исчисляемый, с тем, что можно посчитать. А все жидкости, сыпучие вещества – это неисчисляемые. It is an house. Не можем сказать an house, потому что house начинается с согласного звука и требует артикля A. It is a house. Это какой-то дом. An earth is a planet. Нельзя говорить an earth. Земля – это планета, потому что Земля – это уникальное нечто, нечто единственное в своем роде. Должен стать артикль the. The earth. The earth. Вспоминаем еще раз, что перед гласным звуком мы произносим артикль the как the. The earth. They've got an old car. Нельзя сказать так. Здесь должен стоять артикль an, потому что слово old начинается с гласного звука. Переходим к следующему упражнению. Пишите the, где это необходимо. Horses are lovely animals. Здесь у нас стоит прочерк, потому что лошади вообще чудесные животные. Здесь не идет речь о каких-то конкретных лошадях. Cheese in fridge. Сыр в холодильнике. Здесь нам лучше сказать the cheese и in the fridge, потому что речь идет о конкретном холодильнике и, скорее всего, о конкретном сыре. We usually go to Spain for our summer holidays. Мы обычно ездим в Испанию в наш летний отпуск.
И Spain – это страна, страна используется без артикля. Really? В самом деле? We like to stay in England. Нам нравится оставаться в Англии. Water is very dirty. Вода очень грязная. You can't swim here. Вы не можете здесь плавать, купаться. Значит, речь идет о какой-то конкретной воде, поэтому мы ставим артикль the water. Sorry. Where are children? They are playing in garden. Надо или не надо ставить артикль? Давайте еще раз подумаем. Где дети? Они играют во дворе. Где дети? Речь идет, конечно, о конкретных детях, а не детях вообще. Поэтому ставим артикль the. И они играют в саду. Понятно, что говорящему известно, о каком саде идет речь. Поэтому the garden. Where are the children? They are playing in the garden. И последнее упражнение в этом уроке. Вставьте a, an или the. Где это необходимо? То есть эти два у нас неопределенные артикли, а это определенные артикли. Jim is from Scotland. Перед Scotland не стоит артикля, потому что это название страны. He's got two brothers and sister. Вот здесь у нас уже поставлено два брата у него есть, поэтому мы не ставим артикли. И одна сестра. Мы знаем, что слово одна мы можем заменить артиклем неопределенным a или an. This sister с согласного звука, поэтому a sister. He's got two brothers and a sister. И одну сестру. They live with their mother and father. Они живут с их мамой и папой in в каком-то большом доме. Поэтому здесь артикль a. In a big house. In a big house. В пригороде. В деревне, можно сказать. In the countryside. В сельской местности. Это устоявшееся выражение. Мы говорим in the countryside. Jim has lots of hobbies. У Джима много хобби. He likes, он любит футбол. And he plays guitar. И он играет на гитаре. Вспоминаем, что перед видами спорта мы не употребляем артикли. Поэтому будет he likes football and he plays, а перед музыкальными инструментами наоборот мы ставим артикль the. The piano, the violin, the guitar. Окей. He has red bicycle. У него есть красный велосипед. Какой-то один красный велосипед. Поэтому he has a red bicycle. Every day he takes his dog. Каждый день он берет свою собаку for a walk, на прогулку. Это опять-таки устоявшееся выражение go for a walk or take for a walk. И ставим артикль a. In the park. В каком-то конкретном парке. In the park. His dog's name is Spot. Имя его собаки Spot. Перед именами собственными мы не ставим артикль. Следующее B. Claire lives in Liverpool. Claire живет в Ливерпуле. Перед названиями городов не ставим артикли. She's a secretary. Помним, что перед профессиями ставим неопределенный артикль. A secretary. She works in an office. Она работает в каком-то офисе. Так как office начинается с гласного звука, артикль an. She works in an office. She goes to work in the morning. Она ходит на работу по утрам. In the morning. Вспоминаем устоявшееся выражение с временем. In the morning, in the evening, in the afternoon. Article then. She starts work at 9 and she goes home at 5 in the evening. Она начинает работать в 9 и она приходит домой в 5. Опять устоявшееся выражение go home, идти домой, возвращаться домой. She goes home, не нужно артикля.
in the evening, устоявшееся выражение с артиклем the. She likes, и произносим мы его здесь как the in the evening. She likes her job. Она любит свою работу because her boss is a kind man. Потому что ее начальник, ее босс, добрый человек. Ну, это как бы просто характеристика человека, поэтому мы используем артикль a. A kind man. Итак, мы с вами сделали вместе еще несколько упражнений по теме артикля. Надеюсь, что вам от урока к уроку становится эта тема все более понятной. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду рада вам ответить. Успехов вам! Смотрите наши следующие видео.